Всем привет! В эфире перевыпуск второго ролика «Заметок о Черкесии», посвященного изначально Бзиюжской битве. Но поскольку в этот раз я решил подобраться более глубоко в эту тему, то поговорим в целом о Черкесской революции и Бзиюжской битве как ее финальной стадии. Итак, до последней четверти 18 века у большинства адыгов ведущим политическим устройством их жизни являлся, ну, по сути, феодализм. То есть это власть княжеской верхушки князей, которые назывались пши, и аристократов, дворян, имя которым было уорки. В большинстве субэтносов адыгов вот именно такая система была принята, кроме абадзехов, у которых она в принципе практически не сложилась изначально, и они свою аристократию сумели, скажем так, народом подмять под себя, и у них было общественное управление, где все были на равных, и основные жизненные вопросы решались на общественных собраниях. Дело в том, что к этому времени стало увеличиваться количество свободных крестьян и ремесленников, ну, условно говоря, ремесленников, да, то есть людей, которые занимались своим трудом, обеспечивали себя, и у них появлялись излишки, которыми они начинали торговать, и они начинали богатеть. Соответственно, они могли существовать самостоятельно от князей уже, и стали как бы такой определенного рода конкуренцией для них. Свободными крестьянами называли тфакотлей. И это был определенный социальный слой, сложившийся в субэтносах. При этом больше всего этот слой проявил себя у вот, вновь появлявшихся к тому времени субэтносов, самых крупных географически, у натухайцев, шапсугов, ну и у бадзехов он, в принципе, уже был сформирован. Что касается жедухов, допустим, тимиргоевцев, кабардинцев, абхазов, у них была сильна изначально княжеская власть, соответственно, в этом обществе преобладали феодальные отношения и преобладало зависимое крестьянство, и там было сложнее этому проявиться в принципе. Кроме того, очень влияли абадзехи на своих соседей шапсугов. Дело в том, что они к 18 веку как раз таки распространились и захватили земли в долине Псикупса, которая была до этого принадлежала шапсугам. И поскольку в абадзехском обществе в принципе была ненависть к, такая культивируемая к вот этому дворянству, к князьям, они начинали вступать в дружеские, в родственные отношения именно с этими тфакотлями, свободными крестьянами у шапсугов и подначивать их как бы против своих князей. В этой обстановке начинается усиливаться именно власть вот этих тфакотлей, то есть на определенных собраниях общественных, в любом случае вот в этих самых крупных обществах, по крайней мере, на общественных собраниях принимались народные решения, в которых участвовали князья и которые так или иначе должны были их исполнять. То есть княжеская власть была сильна, но при этом они старались выполнять и решения народного собрания, потому что это имело значение в обществе и отражалось на их авторитете княжеском и аристократическом. И вот стало очень много решений в пользу крестьян. Начали ущемлять права дворянские. Так, например, у натухайцев прошли такие собрания, где, значит, лишили дворянства возможности использования торговых гаваней прибрежных вокруг Анапы, которые приносили огромную прибыль, и, в принципе, урезали ряд их привилегий. Кроме того, немаловажный фактор был внешний, поскольку дело в том, что в принципе аристократия и княжеская власть у адыгов, она была, скажем так, более то, что ли, международной, то есть больше крутилась в международных отношениях, то есть они непосредственно отношения вели с турками, с османами, с крымским ханством, и естественно подпадали под влияние, то есть их интересы часто становились интересом общества, то есть в угоду хорошим торговым отношениям и личной выгоде они могли пойти на какие-то уступки, допустим, могли землю какую-то отдать или под постройку российских крепостей отвести участки. А, соответственно, народу это не нравилось, в народных массах возникало сопротивление, то есть народная масса, в принципе, исторически так сложилась, она не любила, вообще неприемлемым считала действия любых внешних факторов, то есть, грубо говоря, вмешательство со стороны в адыгское общество других народов и государств. Соответственно, среди тфакотлей началось движение такой борьбы за независимость адыгов, за их полную самостоятельность, и князья, которые общались соответственно, с определенной властью, ну, воспринимались как коллаборационисты. И все это вызывало реакцию аристократов, которые пытались усилить свои позиции, часто нарушали свои обещания, обязанности, принятые на народных собраниях.
Особенно их возмущало, естественно, и впечатляло то, что, допустим, их у соседей, у бжедугов и у темиргойцев все это так не прокатывает, так местное население держится в строгой власти и не пытается даже выступать за равенство с князьями и аристократами. И все это еще больше нагнетало эту обстановку. Таким образом, все это привело к решающим событиям, которые произошли в 1790-х годах. И начались в первую очередь натухайцев. В 1791 году натухайцы без вооруженной борьбы решением одного народного собрания просто взяли и свергнули свое дворянство, значит, которое даже не пыталось сопротивляться, видя подавляющую массу большинства от факотли. Как описывали, что из богатства потерять именно свое имущество, что боязнь была быть ограбленными этим крестьянством, натухайцев дворянство не покушалось восстановить силу, сила и власть точнее, и как бы после переговоров подчинилось всем требованиям. Шапсуги это видели в соседи, и у них началось по этому поводу сильное волнение, но не было как бы такого повода, что ли. Значит, они размышляли о том, чтобы собрать такое же народное собрание. Однако повод дали сами аристократы. В частности, большого семейства Шеретлуковых. Их дворянин, во главе, который стоял во главе этого семейства, Али Султан Шеретлуков, когда несколько дворян Шеретлуков во главе с этим Али Султаном разграбили членов одного из кланов, от факотлей, то есть напали, убили, значит, двух хозяев и их гостей, купцов, которые гостили у них и находились под защитой. То есть, в принципе, нарушили принципы адыгства. Как упоминается, что вроде как в прежние времена это ничего не значило, что дворяне, конечно, всякое творили и могли такое себе позволить устроить, но в этот раз именно народ ждал повода. И этот, как бы, вот этот случай стал таким поводом, значит, народ решил отомстить, и большой группой напали, значит, люди на дом одного из их дворян Шеретлуков, разграбили все имущество, оскорбили, избили мать этого Шеретлукова. Значит, в свою очередь дворяне возмутились этим поступком, попытались силой напасть на вот этих повстанцев-крестьян, но поняли, что силы не равны, и вынуждены были бежать в Бжедуги всем этим семейством большим. В Бжедуги, значит, правитель на то время Бжедуги был Батчерий, он же Батыргерей Хаджимуков, который их принял у себя на какое-то время, и к январю 1794 года был собран совет бжедугских князей и дворян в Ауле Салтук вместе с этими Шеретлуковыми, на котором решался вопрос, что же делать. То есть идти войной на восставших шапсугских крестьян, либо замиряться с ними. И хотя как бы были лица, допустим, как дворянин Бжехака Барека выступал за то, что нужно вести переговоры, но большинство выразилось на то, что надо вот силой наступать. И, в общем, большинство и поддержало военный исход этого дела. Причем самое интересное, что вот, по сути, вот это охватившее регион восстание против аристократии, против вот этой верхушки власти княжеской, со стороны крестьянства происходило ровно в те же годы, что и подобные события во Франции, когда, в общем-то, восстала народная масса против императорской тогда еще власти. Таким образом, как бы события очень коррелировались. И там буржуазная революция просто в разных немножко обществах происходила. Это как бы многими специалистами отмечается. Такой исход вопроса на собрании среди дворян был еще поддержан тем, что они как бы вели переговоры и общались активно с русским правительством, которое вот тогда активно начинало строить первые укрепления на правом берегу Кубани, в частности, тоже Екатеринодар появился только тогда. И они как бы ощущали, что могут, если что, обратиться туда и их поддержат вроде как эти представители княжеской власти, и в России тоже, в общем-то, императорская власть существует, которая очень близка по духу. И таким образом, значит, на стороне дворян выступают бжедугские и шапсугские феодалы, к ним присоединяются еще частично натухайские феодалы, если есть версия, чтобы там участвовал на их стороне натухайский князь Калабат. А со стороны, соответственно, шапсугов, это было большое ополчение самих шапсугов, отчасти натухайцев и абадзехов. Однако, значит, убедившись, что своими силами феодалы не справятся с этим растущим крестьянским движением, бжедугские князья обращаются за военной помощью к России. К императрице Екатерине II, отправляя делегацию в Петербург во главе с князем Бжедухов Батыргереем Хаджимуковым и Али Султаном Шеретлуковым, где их принимает Екатерина II, заверяет их в помощи. Значит, они рассказывают, что они вот собираются создать республику закубанскую такую владыгов. А Екатерина II, соответственно, ей это, ну, было выгодно. Плюс она увидела в этих событиях, как раз происходящих у адыгов, как раз-таки аналогию с Францией тогда, и что в России очень болезненно воспринималось
и решила тоже как помочь сдавить это движение. Она принимает, выносит предписание, значит, атаман Черноморского войска Котляревскому оказать военную помощь вот этим феодалам. Видя нарастающую угрозу, шапсузские крестьяне собирают довольно большое ополчение, несколько тысяч человек, и принимают такой план, что нужно как бы напасть первыми, чтобы предупредить противника. Они вот всем этим ополчением выступают вперед в Бжедую. Стороны сходятся в долине речки Бзиюк, в 12 километрах южнее современного Краснодара. Чуть позже скажу о географической точке, на сегодняшний день где-то находилась примерно. Где останавливаются, встречаются эти войска 29 июня 1796 года. Именно по названию речка Бзиюкская и называется это Бзиюкская битва, которая там произошла. При этом на стороне феодалов, со стороны Екатеринодара, вышел небольшой отряд казачий из 300 казаков с медной пушкой во главе с полковником Еремеевым. В битве, по разным источникам, около 10 тысяч человек было только со стороны крестьянского войска. Со стороны феодалов несколько меньше, но тоже как бы значительные силы. Битва началась с наступления крестьян. Значит, как описывал офицер, который служил в российских войсках, Хангерей, что шапсуги вперед напали с ожесточением, массой накрыли противника выстрелами с луков. И как бы, поскольку большей части была конница, они ушли вперед. Бжедуги применили военную хитрость, стали отступать, вроде как делать вид, что отступают. Они их стали преследовать, некоторые потеряли вот шаг, ну то есть ушли в раж преследования. И когда вот эта конная лава ополченцев прошла вперед, зашла в засаду, получается, с соседних участков, и была расстреляна артиллерией и пехотой, оружейным огнем. То есть перебили каждого четвертого мужчину в этом нападение. Значит, началась паника у ополченцев со стороны шапсугов, начали они убегать, но в этой вот суматохе произошло, как бы все-таки стычка произошла сторон, и получается, что был убит в суматохе князь Бжедухов, сам Батыргерей Хаджимуков, что вызвало в свою очередь уже панику в рядах феодалов, и битва таким образом вроде закончилась как ничьей, то есть ополченцы отступили, потеряв очень много людей. Феодалы потеряли своего вождя всего этого движения. По некоторым сведениям, там погиб Калабад, натухаевский князь тоже, но это еще пока спорный вопрос. Закончилась эта битва огромными жертвами. Самого Батыргерея считается, что похоронили там же под каким-то большим дубом, который так и назывался Батыргереевский дуб. Там была рядом как раз вот эта переправа, через которую на Новодмитриевскую переходили, и долгое время еще этот дуб видели люди, и как бы там вот легенда ходила по поводу вот дуба самого. Однако поражение в этой битве не заставило ополченцев отказаться от своих прав, они продолжали сражаться, продолжались многочисленные такие кровавые стычки, набеги друг на друга делаться, почти в каждом семействе аристократов шапсуги и бжедухи были жертвы, то есть ни в одном семействе не было такого случая, чтобы кто-то не погиб, сын там, отец, неважно кто. И все, и там их еще шапсугов поддержали абадзехи, которые, поскольку они изначально упали духом. И вот эта ожесточенная война в последующие годы, она очень сильно ослабила каждую из сторон, и в итоге бжедукские князья вышли с предложением шапсугским князьям, что надо мириться все-таки с крестьянами. Начались мирные переговоры, в результате которых феодалы вынуждены были согласиться на требования крестьян. Всем, кроме Али вот этого Шеретлукова, было разрешено вернуться в шапсуги, но на равных правах с остальными. На народном собрании, состоявшемся чуть позже у шапсугов, после примирения, были выработаны основные положения, которые регулировали взаимоотношения между феодалами и крестьянами, то есть сблизились правовые нормы у них, ответственности. Но единственное, что, допустим, мера штрафа, к примеру, там, за кражу, да, была немножко слабее для феодалов, чем для крестьян. Допустим, условно говоря, за лошадь там 3 монеты, а феодалу 2. Однако пеня за кровь объявлена примерно равной. То есть, вот, чтобы не вызывать здесь в самом животрепещущем вопросе споров. Таким образом, Бзиюкская битва, она как хоть и первая победа оказалась, но для крестьян она в итоге оказалась все-таки в их пользу. И не смогла остановить вот это движение по установлению демократической республиканской власти. Права и преимущества, значит, этих феодалов, значит, уничтожены были, всенародно объявлено равенство.
Но при этом дома крестьян всегда закрылись для, для феодалов. И это вот сохранялось очень долгое время, вот эта неприязнь между ними, практически несколько поколений. Там Люлье был такой путешественник в свое время, который описывал вот именно Черкесию, и он охарактеризовал административное устройство шапсугов нетухайцев после вот этой битвы как общественное управление, где не было главы, оно было республиканское, где законодательная и распорядительная власти имели свое начало именно от народа, и, следовательно, управление должно было считаться демократическим. Известны сведения о том, что был учрежден суд присяжных, и территория была разделена на округа, где ставился какой-то старшина, который следовал советам общества при управлении. То есть образовались советы хосе, народные советы, на которых решались все вопросы и жизненные обычные, там, рутинные, и войны и мира. Отдельное лицо при этом могло повлиять на решение теперь уже на этих собраниях не по праву происхождения преимущество имело, а по праву какого-то таланта, каких-то заслуг в обществе. То есть... по опыту. Тем не менее, все эти события послужили в дальнейшем тому, чего и боялись бжедузские феодалы, то есть все это перекинулось потихонечку к ним. В 1828 году, например, бжедузские крестьяне своих феодалов свергли и на 8 месяцев установили демократическое правление, но тогда во главе с князем Аходиагоко удалось феодалам восстановить вооруженными силами, военными методами свою власть обратно. Тем не менее, чуть позже, к концу Кавказской войны в 50-х годах, при посредстве Мухаммеда Амина, который, значит, руководил вооруженными силами абазехов в войне против, так называемой войне против князей и дворян, он сумел, значит, поднять бжедузских тафакотлей, крестьян на восстание, они сбили, значит, своих князей, аристократов, многие из которых вынуждены были бежать были в Россию, а части даже подчинились Мухаммеду Амину на общих началах. И таким образом образовалась в 56-59 годах Бжедузская республика, да, свободная общественная республика, на началах шариата и ислама, норм ислама, которая вела ожесточенную борьбу с Россией за независимость. И была в итоге России покорена, захвачена силой и включена в состав России. В 59-м году, что касается самих потомков князей, то есть последний князь бжедузского племени Тархан Хаджимуков, еще в 59-м году подчинился России и с многочисленными оставшимися сторонниками перешел на ее сторону, своего сына выдал в заложники Темтеча, который получил прикрещение имя Николая и уже стал как офицером российской армии. Шапсугские крестьяне, да и в целом нетухайцкие, получили в ходе длительной борьбы победу над дворянами, что, в принципе, было редко для того периода исторического времени. Народное предание доносит, значит, такую фразу, которая очень хорошо характеризует отношение шапсугов к этой битве. Значит, женщина, которая потеряла, значит, 6 сыновей, но и в этой битве, значит, узнав об этой вести, как бы в плаче сообщает, что плач земля адыгов, ибо таких храбрых воинов, как мои сыновья, шапсуги еще родят. А вот такого отважного воина и мудрого правителя, как Хаджимука, бжедуги не рядят и за 1000 лет. То есть, несмотря на вот это тяжелое поражение, тяжелые потери, как бы они были воодушевлены этим все-таки. В какой-то мере понимали, что для потомков это выигрышно все. В начале 80-х годов прошлого века инициативная группа из Адыгея, значит, установила памятник в Зивской битве у дороги на поселок Оазис. Это дорога на Новодмитриевскую, в сторону Горячего ключа, перед мостом на Новодмитриевскую, поворот налево на поселок Оазис, и не доезжая до развилки, там с левой стороны, за лесополосой, около поля стоит на холмике этот большой камень такой с изображениями, вырезанными на нем, и надписью, посвященной Бзюгской битве. Значит, люди тогда собрали деньги, вот сделали установку, поскольку это как бы по сей день имеет важное значение для адыгов, эта битва. Однако сейчас вот считается, что идут работы по присвоению памятнику культурного наследия, объекта культурного наследия, статуса, но, к сожалению, продвигается очень слабо, и памятник все-таки продолжает разрушаться, он такой уже не очень хороший вид имеет. Кроме того, в художественной литературе это отразилась эта битва, очень хорошо она описана в книге автора Исхака Машбаша, называется она «Раскаты далекого грома», советую почитать. На этом, пожалуй, все. Следите за выпусками, оставляйте свои комментарии, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Всем пока!